Дарье Алексеевой всего 17 лет, но она уже прославилась в социальных сетях как очень предприимчивая, талантливая девушка. Ее аккаунт в социальных сетях собрал более 50 тысяч подписчиков со всей России. Итак, об этом наш разговор с ученицей 11 класса школы номер 9 Дарьей Алексеевой. Сегодня в нашей студии Дарья Алексеева. Может быть, она и не нуждается в представлении, ведь совсем недавно была ведущей молодежной программы. Но теперь мы поговорим о творчестве и предпринимательской жилке Дарьи. Совсем недавно ты была спонсором нашего конкурса и дарила участникам украшения. Расскажи, пожалуйста, как ты открыла магазин Даши? Ну, конечно, магазин громко сказано, потому что мы находимся в интернете, и у нас нет, так сказать, помещения. Можно сказать, это моя мастерская украшений. Находится она у меня дома. И что я могу сказать о том, как я открыла магазин? Сначала это был вообще магазин одежды, рюкзаков, носков для подростков. Я просто решила открыть вот что-то такое, ну, можно сказать, магазин, потому что это было для меня действительно каким-то новым, очень интересным опытом. Попробовать себя в том, чтобы продавать подросткам какие-нибудь прикольные вещи, которые они не могут найти у нас в селе. И это получилось. Я попробовала завести украшения, и они пошли. То есть людям понравилось, им понравилось мое творчество. Я очень люблю, когда люди оценивают что-то, что я делаю сама. И я дальше просто начала развивать тему украшений в магазине, и теперь у меня там продаются в основном одни украшения. Девушка каждый день трудится, публикует множество видеороликов на свою страницу, где показывает оригинальные вещицы из своей мастерской. Серьги с изображением персонажей мультфильмов, цепочки в виде сердец, парные браслеты для влюбленных. Дарья так предприимчива, но так юна. Со скольки лет ты работаешь? Вообще, мой первый опыт работы, можно так сказать, был лет 8-9, когда мы с моей младшей сестрой собирали у бабушки ягоды, петрушку, короче говоря, урожай на огороде, и продавали около магазина моей другой бабушки. И некоторые люди действительно покупали. Вот просто еще с ранних лет у меня было такое стремление что-то продавать. Для меня это было и остается очень интересно. В магазине Даши не заскучаешь. Регулярно Дарья устраивает розыгрыши украшений, где, чтобы получить заветный приз, необходимо лишь сделать пару касаний экрана телефона, поставить лайк или написать комментарий. За Дарьей следят даже популярные блогеры, а созданные ей украшения попадают в самые крупные города России. Расскажи о самом интересном заказе или покупателе. Я восхищаюсь людьми, которые не стесняются носить что-то очень странное и яркое в каком-нибудь сером городе и выделяться из толпы. Я сама обожаю выделяться среди людей и прям восхищаюсь такими покупателями, которые носят что-то яркое даже во взрослом возрасте. После интервью Дарья устроила небольшой мастер-класс и показала, как создает украшения. Сейчас я буду делать парные браслеты, которые у меня сегодня заказали. Сначала я отмеряю, сколько нужно сантиметров цепочки. Далее мы прикрепляем маленькие колечки на другой конец браслета, чтобы можно было его застегнуть. Вот такие классные парные цепочки получились. В нашей студии побывала яркая представительница поколения бизнесменов Дарья Алексеева. Ее пример доказывает, что важно не то, где ты родился, а то, чем ты занимаешься.